игре «Рус» я исполняю роль майора Шеридана. Позвольте представить майора Шеридана из первой танковой. Сэр. Вы хорошо поработали под Касарином, Шеридан. Джо Шеридан — молодой, честолюбивый американский офицер, изменяющий ход игры своими стратегическими решениями. И он продвигается по службе. Подполковник Шеридан, поздравляю с повышением. Как раз люди с вашим отношением к делу и вашими талантами нам и нужны. Слушаю, сэр. Надеюсь и дальше продолжить в том же духе. Ты все время общаешься с актерами, все время чем-то занят. Во время репетиций мы разговаривали с Питером, так же, как Джо Шеридан и Кэмпбелл во время совещания о том, как лучше сбросить десант на немецкие линии связи. И становились настоящими друзьями. И то, что Питер англичанин, а я американец, нам не помешало. Несмотря на то, что когда-то мы воевали с Англией за независимость, наши страны стояли плечом к плечу во время Второй мировой войны. И это надо было обязательно показать в игре. Мы сможем получать самые свежие немецкие приказы. Это дает нам шанс на успех. Как это делается? Вы говорите, какую зону вы хотите прослушать, а я нахожу частоту и включаю систему. И знаете, когда я смотрю на экран, то вижу себя, вижу свои жесты, как разговариваю, как веду себя. Да, поразительно, чего можно достигнуть, имея подобные технологии.